В Ивановской средней школе номер 7 открылся мемориальный музей героя Советского Союза Владимира Белороссова. В этой школе он учился. Отсюда, прямо с выпускного вечера, отправился в военкомат. Потом было танковое училище и тяжелейшие бои в районе Кривого Рога. Он погиб в 43-м. Экипаж танка под командованием Белороссова уничтожил 3 вражеских танка, 4 броневика, 2 бронетранспортера, много другой техники, 200 гитлеровских солдат и офицеров. Один экипаж. На открытии музея выступила сестра героя Ольга Александровна. Имя отважного танкиста присвоено школьной пионерской дружине. Его подвиг увековечен на стендах музея. Он отдал жизнь за Родину, за нашу мирную жизнь, за счастье молодого поколения.